Бывает всего лишь два терминала, и вот, как вы видите, самолеты буквально за весь день, там 15 самолетов, у нас терминал 1 Кишинев. Вот, два терминала, нам идти в терминал 1. То есть такой вот маленький, как будто даже не понять, что аэропорт, как будто небольшое производство. Очень маленький, очень компактный. Вы видите, терминал 1, вон он. Аэропорт очень маленький, вот буквально все выходы из терминала. Контроль проходит все, кто летит на самолет, один и тот же. Поэтому, ну, приезжайте заранее, как бы рейсов мало, но все идут в одну очередь. Вот, есть фастпас такой трек. Фастпас трек, он 10 евро стоит, чтобы вы прошли первый контроль без очереди до таможенного контроля, где проверяют ручную кладь на жидкости и тому подобное. Можете за 10 евро взять, в два раза быстрее вас будет. Мы опаздываем на рейс, нас так туда пустили. Ну, не опаздывали, у нас был час 10 до рейса. Нас так туда пустили, мы, в принципе, успели быстро все пройти. Вот Air Moldova, мы летим отсюда, из аэропорта БВ в Москву с пересадкой в Молдову. Вот здесь пограничный контроль проходит прямо в рукаве самолета. Вон он там. Вот мы идем на самолет, вот рукав самолета, и проходит пограничный контроль. Первый раз такое вижу. Ну, такой вот маленький, компактный аэропорт БВ в пригороде Парижа для лоукостов. Интересный аэропорт, вот мы таможенный контроль прошли прямо в рукаве, идем пешком, вот рядом самолеты летают, то есть прям такой очень-очень компактный, бюджетный, зато интересно, идешь, прям рядом летают самолеты, идешь пешком до самолета. Такой аэропорт БВ, вон там он прям проходит пограничный контроль, вот в таком вагончике, проверяет паспорт. Вот наша компания Air Moldova и полет в Москву через Кишинев.